Доброго раннего времени суток, с вами JS, и мы продолжаем игру The Stanley Parable, или же Притча о Стэнли. Я заметил одну такую закономерность. Перед тем, как я хочу злоусплеить эту игру, мне снятся какие-то ебанутые сны. Вот, на этот раз мне приснилось, что... Что мы с Мару сказал, поехали, короче, в Мичуринск. Вот, я говорю, ну окей. На самом деле, эта сучка увезла меня в Воронеж, но я-то думаю, что в Москву, потому что мы поехали к Александру. Я не понимаю, зачем. Он даже меня не ёбнул, мне пытался ёбнуть его брат, но, увы, ничего не вышло. Мы стали играть в бейсбол мячом от регби, вот. Ну, я не знаю, в чем это связано, на самом деле. Потом я скидывал его брат стакан с водой, полотенце он стоял. И там еще нельзя было в доме курить, вот. Сигарет. Вот. Я Мару говорю, нахуя ты меня сюда приплела? Мы же хотели ехать в Мичуринск. Ну, и в Москву, я не знаю, Мичуринск, они были как бы рядом. Вот, она сказала, мы поехали в Воронеж, потому что так пойдем на концерт Токси. Короче, это был просто такой в мозг носящий план, что... План, в смысле, план, а не план. Вот, и... Такие дела. Но я успел на загрузку все сказать. Так, ну и что ж, мы продолжаем. Немножко сегодня попробуем, потому что мне... Через полчаса уже на работу надо идти, но... Я уже понял, что в эту игру нужно играть только с утра, и только, блядь, какие-то снятся, какая-нибудь ебанутая хуйня. Так, на этот раз мы пойдем, насколько я помню. Да, это я уже все знаю. Чтоб. Тогда были не такие субтитры. А, ну да, она же здесь не заканчивается и не начинается. Пойдем теперь все-таки сходим к начальнику. Мне сказали, что здесь есть хорошие концовки, просто я такой везучий долбоеб. Вот. Попробуем делать все правильно. Ну, так как я думаю, правильно. Пойдем именно сюда. Да, и пойдем наверх к начальнику, например. На самом деле, в общем, ничего такого необычного в ней нет. Она простая, но вот именно так вот они ее подают, что это настолько доставляет, я не знаю. Немногим так. Так, я уже знаю. И да, она так же, как и Дежистра, выходила раньше, а это уже ремейк. Ну, как бы там, графу подтянули, всякое такое. Насколько я знаю, потому что оригинал я не играл, даже не слышал о нем. Так, вообще, закрыто. Помню, тут дверь самому бесполезно открывать. О. А, вот здесь же, помните, там был блядский робот, вот именно в таком же окружении, по-моему, в красном. И куда? Это что такое? Исполнительная ванная, что? Это хорошо, что она закрыта, а то мало ли. Ага. Еще когда я пересматривал свой прошлый летсплей, там, где открылся чулан, там какая-то фотка уехала куда-то под пол. Я так и не понял, что за хуйня, надо потом будет все-таки попробовать там что-то потыкать, потому что я думал, не так просто он открывается. Ну, либо чтобы все-таки меня затравить. Так, ничего здесь нет. Знаешь, меня больше пугает высота потолка, блядь. То ли я... Нет, то ли здесь... Ладно, не буду строить очень странных предположений. Но, блядь, это пиздец! 2, 8, 4, 5. Окей, посмотрим. Да я запомнил, отвали. Где какая кнопочная панель? А, о, что? О-о-о. Это... Что это за указатель стал? Что за фигня? Что? Я... Да, опа. Какая панель? Вы здесь хоть что-нибудь видите? Я нихера не вижу никаких кнопок, но почему они появляются, я так и не понимаю. Что за... Что происходит? А! Это, хотите сказать, вот от этого... Да иди ты нахуй, я понял, что 2, 8, 4, 5! Ну, охуительно, да, конечно же. Ага. Воу-воу-воу-воу. Ладно. С горем пополам разобра... Сделать погромче. Там, то вдруг конча будет ебать. Ну здесь все-таки есть ебаки, хуй знает. От этой игры. Вот опять он так быстро прекратился, этот. Не хочу. А то мало ли. Прямиком в ад нахуй, блядь. Ну и что, лифт сломается, как в типичный. Что?
Это что, есть конец истории? Не, серьезно? Даже не сказали, что я там умер или что? Или это просто подзагрузка? А, окей, даже так здесь возможно. Ну не знаю, я чувствую себя упорото сейчас, а не особенно. Впрочем, по-моему, когда играешь в эту игру, будешь себя чувствовать упортом, даже когда ты нормально. Значит, то, что я почти всегда упорт, так что меня уже ничего не спасет. Ладно. Напоминает. Ну, вот сейчас антураж сменился и напоминает вот уже такое, что-то, блядь, какой-то киберпанковский, я не знаю. Ну вот, блядь, и... Ха-ха-ха-ха. И здесь опять что? Ну, знаете что? Я запомню, что нужно... Хотя здесь написано Escape, но я ебал. Я вам не верю больше. И это просто охуенно. А... Или нет? Эй, здесь тоже можно куда-то тыкать? А, да. Ебать. Аж прыгать не могу, даже свою сюда не получится. Да пойдем узнаем. Да просто надпись Escape, что это выход, меня не очень убедил, так что извините. В следующий раз туда сходим. Так, еще одна кнопка, да? Ну ладно. Камера. Вау! Это все какая-то матрица, блядь. Там кто-нибудь дрочит, дрочит, нет, нет. Ну слава богу. А. Я не хотел бы, например, я не вижу здесь что. Я вижу одни комнаты на самом деле. А, ну типа никого нет. Ну так скучно даже. И никто не дрочит. Так. А. Эй, вон, верни меня, там был лучше. Да все это заебись. Да! Это все блядская матрица. Да, чувак, все им так и было. Только не говори, что сейчас он осознает всю свою ничтожность и сбросится, блядь, вот с этой хуйни. Ты... Да возможно. Только, пожалуйста, не суицид, не надо суицида. Да, я был слеп. Блять. И говорит, что на них на все можно нажать или что? Нет, на них не можно. Что? And as the cold reality of his past began, что, можно на все, что ли, ты? Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle offline, okay. Controls once and for all. Хорошо, какая-то еще одна амнезия, идите нахуй. Я не знаю даже, куда идти, собственно говоря. Они что-то тыкают. Наверное, красную кнопку надо нажать. Да хуй там был, потому что он офлайн. Куда идти-то, черт возьми? Бля, ну тут можно обжечься, типа того. Так. Наверное, стоит пойти вот в эту вот... Facility Power. Возможно, там... Да, вот именно так. Или нет. Ждешь команды? Окей. Okay. His obligation to this horrible place and to everything it stood for. Это был бы скучно, надо её включить, блядь. Да. Я опять сдохну, хотите сказать. After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of them for yourself. Is that what you want? Хули всё в пешках ходить. Так. Ну что же, что там какая-то ошибка, эй, воу. Но я хочу включить и сдохнуть, а и пойти на работу, отстаньте от меня. Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation. Эй, вау! Никто это не говорил!
Ну блин, опять суицид. Меня опять убьют. Да, блядь, здесь есть? Здесь есть нормальный концов, как мне говорили. Я хочу богоподобную концовку. Она есть. Она существует. Еба, там, по-моему, какой-то танцпол включился или что? Вау, что? А можно еще раз? А выключить теперь можно? А-а-а, черт, меня наебали. А что мне делать-то? Эй. Эй, воу, можно на танцпол пойти? А-о-о. You'd like to know where your co-workers are. A moment of solace before you're obliterated. Incorrect. Что? You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the. Твою мать! Надо сваливать отсюда. Эй, вау! Ах ты сука! In this instance of the story, sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing. Да я не хочу умирать в одиночестве. Точнее, мне все равно, но все равно не хочу. Во, надо пойти туда. 50 секунд, твою мать. Я здесь еще точно не был. Ты. Водку надо нажать, блядь. И что, блядь, 4? Ёбаный ты, блядь. А, возможно, а какой был тот код, помню? Блядское мещанство! Что делать? Один, два. Что нужно нажать? Ну а где три, например? Я знаю, что я не успею, ну да ладно. Я потерял цифру 3. Отсюда я выбежал. 5 еще есть. Причем, наверное, их порядок нужен. Там что-то было 2, 4, 8, 5. Типа того, я не знаю, может быть здесь 3. Да, блять, ну я думаю, что что-то откроется. А может это бесполезно, кстати. Здесь я уже был. Короче, я пошел на танцпол. Ах вы суки, а. Everybody dance now. We, yeah. Бум. Что? Ты только что заново пошел, какого члена, я, блядь, что за хуйню ты порешь, чувак? Может, ну ладно, тогда, может, скажешь мне, что делать, если он таймер бесконечен? Он опять начал идти заново. Блядь, ну я ошибся, о. Я не Кант. Музон просто охуительно на заднем плане. Блять. Эй, я думал, вы пошутили. Но я даже нажимал на кнопки там 5-3. Ладно, я пойду еще раз на танцпол, потому что меня один раз наебали почему-то. Да что тыкать-то? Я уже все потыкал, что так можно было, а ну серьезно. Да похуй, я, блядь, ебашу, все. Вау. А почему он с первого раза не сработал, а? Вот сука. Разводят, суки, да. Ну, в общем. Еще одна охуительная концовка. Сегодня на ней, пожалуй, остановимся, потому что она как раз была дольше, чем все остальные, да. Сохраним игру. Можно я перезапишу это? Да, я хочу сюда, блядь, сейв! Точно сохраню. Да, 7.17, скоро на работу. Так, вы не в меню. Ну что сказать, не перестает меня удивлять эта игра. Надо, думаю, вас тоже, потому что, ну, блядь, так вот рулить ситуацию, это действительно, с учетом того, что сама задумка достаточно простая, но вот так превращать ее игру в такое количество, блядь, мозга вынос, это все-таки талант. Ну что сказать, с вами был GS. Не запомните, никогда, блядь, никогда не пытайтесь открыть стеклянную банку ножом, будучи упоротым на вписке. Всем спасибо, всем удачи. Ага.